Друзья, здравствуйте. Слушайте, сегодня мы с вами находимся на нашем новом объекте. У меня за спиной три производственных помещения по 1000 квадратных метров. На данном участке нет магистрального газа. Два помещения построены в этом году, одно в прошлом году, уже сезон отработало. Значит, заказчик занимается производством свай винтовых. Значит, прошлый год ребята отапливались тепловыми дизельными пушками. И, безусловно, это очень дорого и нецелесообразно. Вот, в этом году заказчику будем собирать котельную 300 кВт на двух пилетных котлах. Вот, после этого во всех трех помещениях будет тепло. И отопление будет стоить ему гораздо дешевле, чем отопление дизельными пушками.